Привет, друзья, с вами Турбанчик, и это новость для тех, кто в танке. Ну что, второй раз выкатили черный рынок у нас, второй раз уже, в прошлом году был, опять выкатили. Зашел я на евросервер, потому что сейчас пока записываю, сервера все, ру-серверы отключены, выходит патчик для этого дела, ну там подправить баги какие-то и плюс добавят, наверное, уже черный рынок, я думаю, потому что с 5 февраля, сегодня, уже, да? А в 19.00 стартует первый лот. Первый лот стартует. Следующие дни, по-моему, неделю где-то продлится, я думаю, это дело. Вот. Один лот будет в 7 утра по Москве, второй в 19 по Москве. То есть не пропустите, кто хочет что-то купить. А как можно будет купить, ребятки? Заходим. Здесь написано лагер, да? На русском аккаунте будет на ру-сервере магазин. Здесь в левой колоночке будет, по-моему, снизу было в прошлый раз, черный рынок. Заходите сюда, сразу говорю, это типа как лайфхак. Вы не пропустили и смогли купить то, что хотели купить. Нажимаете и никуда не уходите, ничего не перезагружаетесь. Не перезагружаете, страничка перезагрузится сама, все появится само. Лот появится сам, вам надо будет просто нажать кнопочку. Все будет у вас нормально. В прошлом году я... купил все, что хотел. У многих были проблемы. Еще один совет. Заходите на сервера, где... ну, самые непопулярные. Где меньше всего народу. Легче будет купить. Вот. Что касается серебришка. Серебришка. В прошлом году десяточки акционные. Вот я, например, купил себе Фошика. Да? Фошика взял. Стоили 23 миллиона серебра. Выкатывали еще прем-танки за, по-моему, за в районе 8 миллионов серебра. То есть, если вы хотите, допустим, шикануть и взять себе что-то, например, десяточку и какой-нибудь прем-танчик, то, ну, это вам обойдется примерно, я думаю, цены примерно будут те же, где-то 35 лямов вам точно надо. Но если на что-то одно, то, думаю, лямов 25 должно хватить, потому что, опять же, если не изменять память, по-моему, 23 миллиона было в прошлом году, стоило серебра, десяточка акционная. Еще бабаха продавалась, но бабаху я взял себе на ру-сервер. Акс. Что еще? Что еще? Копите серебро. Успевайте, кто хочет это взять. Придется, наверное, продавать десяточки. Не знаю, кто будет продавать, кто не будет. Я, наверное, продам десяточки, продам оборудование. А я, кстати, зашел, да, вот, и продавайте оборудование, кто хочет, кто не хочет, конечно, не продавайте. Как-то так, ребятки, грядут темные времена, черные, я еще с прошлого черного рынка не оклемался, до сих пор себе все не выкупил, а уже опять черный рынок, но будут какие-то, наверное, хорошие предложения, может, акционные танки какие-то. Говорить, что будет, как бы нет смысла, потому что неизвестно, что будет в ролике, в официальном кто-то мелькнуло про КВ-5. Ну, это чисто догадки, да? Никто не может сказать, что там будет, чего там не будет. Поэтому, ребятки, не пропустите, кто хочет что-то приобрести себе, а кто не хочет, забейте тогда. Вот, и, конечно же, заранее надо, потому что обычно разлетается все за минутку, бывает меньше. Если предложение не очень, то минуты 3. Если вообще предложение не очень, то побольше, конечно. Но в основном, если что-то хорошее, то буквально минуты уже не будет. Так что надо сидеть на готове, ставить будильнички, кто хочет себе, и покупать. Ребят, на этом все. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Пока-пока.